Сегодня на библейском портале «Экзагет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Разве призывающее имя Господне не спасется? Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 7 глава, 21 по 23 стих, и послание к римлянам, 10 глава, 13 стих. Я прочитаю сначала отрывок из Евангелия от Матфея. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного – Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Оказывается, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Тогда почему у апостола Павла мы видим цитату из Ветхого Завета? Послание к римлянам 10.13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В чем сложность этого внешнего противоречия? Надо понять, что слова не существуют сами по себе. Слова являются выражением того внутреннего состояния, которое мы переживаем. И правдивые слова, они отражают ту реальность, существующую в каждом из нас, которая проявляется в наших действиях, делах и поступках. Как я часто объясняю, мы верим так, как мы живем, и живем так, как мы верим. Человек произносит эти слова «Господи, Господи» в молитве. Но всякая ли молитва, всякое ли богослужение принимается Богом? и является чем-то приемлемым для него. Смотрите, что пишет пророк Исаия, первая глава с 15 по 18 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, омойтесь» очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убилю. Здесь мы видим, что Господь предлагает людям оставить свои молитвы, оставить свои э, моления и пойти и начать, чтобы пойти и начать делать добро. То есть деятельно явить наше желание исправиться тогда наши слова обретут силу. И смотрите, нечто подобное, как у пророка Исаии, мы видим и в Нагорной проповеди, когда Христос говорит, если ты принесешь э, дар твой преджертвенникам и вспомнишь, что брат твой что-то имеет на тебя, не ты на брата, а брат на тебя, оставь там дар твой преджертвенникам и пойди прежде, примирись, с братом своим. И здесь говорится, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. И если мы деятельно доказываем перед Богом, что наши молитвы и моления – проистекают из жизненных начал нашей жизни, и сами поступки наши подтверждают то, о чем мы просим Бога, то Господь поможет нам. В этом случае Господь говорит, тогда придите и рассудим. Это, на мой взгляд, очень такое точное объяснение. Вера... В Божье прощение, например, мы верим э, в Божье прощение, она в нашей жизни реализуется через то, что мы сами начинаем прощать. И если этого не происходит, то ставится под сомнение искренность нашей просьбы, обращенной к Богу. Ибо мера того, как мы относимся друг к другу, и есть мера того, как Бог может отнестись к нам. Берегите себя. Спасибо, вас, Господь.